Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Умно и разумно». Сегодня я вам расскажу о нескольких советах, как сохранить здоровье ваших зубов. Первый рецепт. Утром на ночь чистите зубы следующим составом. Сода пищевая, мелкая соль и перекись водорода. Нанести поочередно на зубную щетку и тщательно почистить зубы. Не забыть и про язык. Сода снимает воспаление десен, соль укрепит и уменьшит хрупкость сосудов, а перекись водорода продезинфицирует, устранит запах и отбелит зубы. Второй рецепт. Насушить банановых корок, чеснока, топинамбура, клубни. Все перемолоть в порошок, соединить в равных частях. Затем на пол чайной ложки порошка добавить щепотку мелкой соли и несколько капель перекиси водорода. И еще один совет. Не забывайте ежедневно массировать ваши десна. Тщательно вымойте руки с мылом и указательным пальцем круговыми движениями пройдитесь по деснам. После процедуры ополосните теплой водой рот. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Всем пока!